С особой гордостью хочу представить вам замечательного музыканта, легендарного человека, Сергея Чепенко, заслуженный артист России. Когда-то великий Майлз Дэвис сказал, вернее, я прочитал в его книге воспоминания, что его стали узнавать на улицах, когда он снялся в рекламе BMW. Великий Майлз Дэвис снялся в рекламе BMW, его стали узнавать. Сергей Чепенко не менее известный, но, наверное, больше за рубежом. Это легендарный человек, он работал у Юрия Антонова и у многих других. Но в джазе он известен как автор проектов смув-джаза с самыми первыми звездами мировыми. Это список огромен. Это Дэйв Косс, Джефф Лобер, Эрик Мариенталь, группа Yellow Jackets и многие-многие другие. Фил Перри, вокалист замечательный. Сегодня «Трансатлантик» у нас в нашей филармонии, и я рад этому событию. Встречайте, Сергей Чепенко, группа «Трансатлантик». Спасибо большое, Леша. Добрый вечер.
вас монитор. Добрый вечер еще раз. Поздравляем вас с вашим джазовым фестивалем. Это действительно большое событие. Я рад, что очень много молодых, очаровательных людей сегодня в зале, что вы нашли время прийти в такой солнечный майский день сюда, чтобы послушать музыку. От нас это особое большое спасибо, потому что мы действительно возвращались из Алматы и ехали к вам 10 часов на автобусе, чтобы сегодня немножко вместе с вами порадоваться вот этому празднику музыки хорошей. Спасибо большое. Приходите на концерты, приводите своих друзей. И перед тем, как мы продолжим программу, я хочу, чтобы вы еще раз поаплодировали музыкантам, с которыми мне посчастливилось работать. Антон Горбунов, бас-гитара. Можете даже громче аплодировать, потому что уши заложены. Артем Федотов, ударные инструменты. Скромный, юный, начинающий музыкант, у которого вся жизнь впереди, и с таким негромким и выразительным именем. Слава Ханову! Я не знаю, как его зовут в жизни. Очень много я слышал всяких выражений. Джаки Чан, Чаки Хан, ну, в общем. Но это действительно такой уникальный музыкант и действительно талантливейший человек. Минигалидов Лидбаев. Меня зовут Сергей Чепенко. Все вместе, группа «Трансатлантик». А следующая композиция называется «Сан-Ремо». We'll be right back.
Вы знаете, и сейчас прозвучит... Можно немножечко саксофон погромче сюда мне? Сейчас мы были у вас зимой. Я не знаю, кто был на концерте, кто не был. Был кто-то на концерте у нас зимой? Были, да? А мужчины были? Вот сейчас мужчины аплодируют нашим очаровательным красивым дамам. Можно немножко побольше света? Я хочу просто зал посмотреть. Мне вот очень нравится, когда я не граф Потемкин, а вот так, да, спасибо большое. Девушки, женщины, ну просто очаровательные, красивые, миленькие, любимые. Но я еще раз, наверное, повторюсь, действительно, каждый человек в своей жизни пытается сочинить какую-то такую, знаете, умную музыку. Ну, кто-то хочет написать очень такое интересное стихотворение. А в жизни, оказывается, все гораздо проще. Когда ты любишь, когда ты любим, приходит очень простая музыка, очень сентиментальная. Она не значит, что она глупая. Она очень выразительна, потому что в этом минимализме чувств, то есть минимализм звуков, очень много чувств. Поэтому вот сейчас мы сыграем композицию, которая называется «Доброта». И я действительно, и все вот мои ребята... Выражаем вам просто признательность, и чтобы вы были любимы, и чтобы вам дарили цветы не только 8 марта, чтобы вы всегда были, и мужчины помнили о том, что женщины нас родили. Они нам дали дорогу в жизнь. И, в принципе, без них мы, ну, ничто. Поэтому, милые, для вас. Thank you.
шоу дал. Сергей Чепенкова. Молодец, умница. Спасибо, Алекс Примач. С праздником, друзья. Сейчас ребята выходят. Вы знаете, а сейчас хотелось бы пригласить на сцену действительно людей, которые вот героически все это устраивают и делают. Лешу Белова с его великолепной группой, джаз-круизом. И я думаю, что вы поддержите. Я так специально начал издалека, потихонечку. Давайте начнем такими тихими аплодисментами, чтобы ребята могли спокойно выйти. А вы, как родные люди, как встречают родных людей, которые действительно делают для вас праздники. Алексей Белов и его группа. Много громче, ребятушки, вы же молодые, здоровые, веселые. И такие цветы прекрасные. Еще подержите. Спасибо, Сереж, за теплые слова. Не так давно я предложил Славе. Я хочу сказать, что Слава Ханов – это отдельная страница в гитарном искусстве России. Слава Ханов! Леш, я всегда говорю «Слава Ханову!» Да, «Слава Ханову!» И у меня есть одна из любимых композиций, она называется «Мимоза». В свое время автор ее Джордж Бенсон, он сыграл ее с Эрлом Клагом, такой дуэтный. Так сказать, дуэтной композиции. Я Славе предложил: Слава, почему нам не сыграть с тобой? Это сейчас такая редкая возможность. И Слава тут же согласился. Мы в скайпе с ним общались, правда, Слава? Да. Значит, Джордж Бенсон, «Мимоза».
Сергей Чепенко, Карабас-Барабас и его «Трансатлантик». Сергей очень много работал с... так случилось, я вам расскажу очень интересную историю, как жизнь сводит. Геннадий Мурыгин, музыкальный руководитель джаз-круиза. Воспитан был на музыке Джефф Лобера. Сергей Чепенко играл с Джефф Лобером много-много раз. И вот жизнь свела на пензенской сцене этих двух людей, которые любят и знают Джефф Лобера. Тема Джефф Лобера называется «Мелодия 88». Наверное, он ее либо в 88-м году написал, либо это была 88-я его мелодия. Да, либо 88 клавиш, да, тут. Пожалуйста. Джефф Лобер. We'll be right back.
Шевченко. Чепенко, Вячеслав Ханов, Джаз Круиз. Вот тем и хорош джаз. Алексей Белов и группа Джаз Круиз. Тем и хорош джаз, что вот все рождается на сцене. Никогда не повторится. Мы сегодня 5 минут, если мы посвятили репетиции, это было на самом деле. Все остальное рождается здесь. Джако Пасториус, The Chicken. Леша, Леш, ты понимаешь, все хорошо бы, да, такое, вот завершение фестиваля. Не вижу слез радости на глазах отъезжающих артистов. Не вижу слез и овации в зале провожающих артистов. Сидит в зале джазовая публика, не хватает только крючков, чтобы начать вязать носки. Ребятушки, так не пойдет. На этом наш фестиваль закрыт, ведь, да, Леш? Да, спасибо вам большое. Значит, барабанщик сейчас играет первую дольку. Так, одну секундочку, все талантливые. Вторая доля за вами, да? Мы договорились? Да. Так, а если так дружно, так по-пионерски, как когда-то было? Поехали, первая доля. Сейчас, пускай один. Правильно? Сейчас, одну секундочку. Мы репетнули, потому что мы приезжие, вы коренные жители. Теперь для коренного жителя мы вот посчитали, что, чтобы повеселее было, по-молодежнее. Поехали, нам еще водичку, публика с нами. Ну и начинайте, пожалуйста. Хлопаем, хлопаем! Thank you.
Сергей Чепенко, Вячеслав Ханов. Джаз-круиз. Я должен сказать, что мы остаемся, а Чепенко уезжает, да еще в Америку. Поэтому мы оставляем эту сцену для ансамбля «Трансатлантик». Так нечестно, я уезжаю в Америку, а вы уходите. Спасибо. Ну давайте проводим ваших действительно великолепных музыкантов бурными, чисто съездовскими, продолжительными аплодисментами. Спасибо огромное, спасибо. И теперь я хочу вас спросить, вы очень устали? Нет, да? А, вы знаете, у нас сегодня, наверное, Леша, все-таки домашний концерт, наверное, да? То есть, в общем-то, здесь все друзья, потому что... И родственники. Да, и родственники. Потому что я думаю, что люди, которые не любят эту музыку, они ни за деньги, ни за бесплатно, ни по приглашению не придут. Поэтому еще раз, вот от нас, приезжих по вызову музыкантов, огромное спасибо вам. Да. И я, вы знаете, что вот, у нас то есть такой доверительный концерт. Дело в том, что у нас есть один музыкант, великолепный музыкант. Я просто хочу, чтобы ваши ушки немножко отдохнули после вот бенда нашего громкого. И он мне всегда говорит, ты знаешь, мне не нравится вот коллектив, в котором я работаю. Ну просто вот мне тяжело в нем. Я говорю, ну что делать? Ну вот такая жизнь у нас, судьба. Он говорит, ты мне не даешь играть совсем, потому что есть музыканты, которые играют пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Вот. Ну, это бас-гитаристы в основном. И в простонародье у музыкантов это называется хлеб-соль. И чтобы у вас не было ощущения того, что все бас-гитаристы или многие из них играют хлеб-соль, я хочу, чтобы Антон Горбунов, которому вы сейчас бурно будете аплодировать, в пику мне... написал свою композицию, которая называется «Выхожу я в простонародье один на дорогу». Антош, скажи, пожалуйста, как это называется? А вот пусть люди сами догадаются. Сейчас пьеса играет пьесу, у которой есть определенное название, но на самом деле я его не скажу. Я думаю, что каждый решит это для себя. Ну, такое вот настроение. Как вам будет удобно. Thank you.
Во всяком случае, вы понимаете, что такому гитаристу не только хлеб и соль нужен, но и ваши бурные продолжительные аплодисменты. Вы знаете, на самом деле, если вы не очень устали, мы, если можно, с вашего позволения, сыграем две композиции. Если вы устали, мы не обидимся, мы можем поклониться и уйти. Но было бы нечестно с моей стороны, если бы я показал вам, как владеет инструментом Антон. На самом деле это не цирковое выступление, это большое искусство и большой труд. Это не спать ночами, не есть, не пить, да, и не спать. И только заниматься, заниматься и заниматься. Как завещал, да. А вот другой человек не завещал, но тем не менее владеет инструментом не менее виртуозно. Я хочу, чтобы вы послушали композицию, которую будет играть Слава Ханов. И я думаю, что он достоин ваших аплодисментов. Thank you.
балу, прибавьте в монитор.
Вячеслав Ханов. Артем Федотов, ударные инструменты. Темочка, встань, пожалуйста. Артем Федотов. Антон Горбунов. Вы знаете, поддержите талантов аплодисментами. Сейчас, Минечка, подожди, родной. Это не тебе еще пока. Вот вы знаете, что называется? Дурной пример заразителен. Сейчас подошел ко мне Артем и говорит, я тоже хочу сыграть композицию. Выхожу я один на дорогу. Девчонки, берегитесь.
Но такие темпераментные у тебя получились. Девушки в Пензе просто с ума сойти. И перед тем, как с вами расстаться, Антон Горбунов, бас-гитара. Артем Федотов, ударные инструменты. Минигалитов Литбаев, саксофон. Слава Ханову. И все вместе это «Трансатлантик». Мы заиграем заключительную композицию. Сергей Чепенко, заслуженный артист России. Сергей Чепенко. We'll be right back.
Это был Сергей Чепенко и группа «Трансатлантик», город Москва. Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и свершилось ярким весенним джазовым калейдоскопом. 4 дня подряд гремел в городе Пензе первый международный фестиваль джазовой музыки «Джаз Май». Все было, все как мы мечтали. Много музыки, много воздуха, много улыбающихся лиц пензяков. Зелень, дождь, солнце, и все это вперемешку джазом. Пенза насладилась, Пенза утонула в море джазовой музыки, и Пенза закричала: «Да, я люблю тебя, джаз!» Так что «Джаз Май» состоялся. Первый день на открытие фестиваля, на площадке, впервые на главной площадке перед Пензенской областной филармонией. Там была сооружена сцена, я думаю, что многие-многие из вас там присутствовали. И там дарили нам свое мастерство, которое не забудется, конечно же, музыканты из Польши. Это Доминик Буковский, это Джегош Сыч, замечательный Алексей Колосов. Рассказывал нам все, что он знает, проникновенно, по-джазовому, мудро. Второй день. Группа «Аура» и Алексей Колосов, Фабио Костантино с его незабываемым звучанием саксофона и ночной джем-сейшн, который очаровал, покорил и закружил джазовой музыкой. В зале присутствовали молодые джазмены, которые потом признались, что, наверное, ночной джаз – это одно из тех изюминок, которые не забудется никогда. И это был первый опыт, но не последний. Все впервые, но «Джаз Май» будет развиваться, и мы поняли, как это вкусно, как это интересно, как это здорово. Третий день фестиваля. Заряна Фаркутдинова и замечательная группа «Танцлу», которая приехала к нам. День молодых, так мы называли этот день, ждали, готовились с нетерпением. Собственно, вот именно под этот день когда-то сформировалась главная идея у художественного руководителя фестиваля Алексея Львова-Белова, что первый проект «Джаз Круиз Плюс», когда в течение 2 лет на сцене Пензенской областной филармонии выступали молодые джазовые музыканты, может быть, еще неизвестные по всей России, но известные в узких кругах, и они приезжали в Пензу и дарили свое юное джазовое дарование. Так вот, на третий день фестиваля все музыканты, приезжавшие за 2 года в Пензу на проект «Джаз Круиз Плюс», собрались на одной сцене. Они играли вместе, они наслаждались, и зрители кричали «Браво!». Это было здорово. Ну и, конечно, высшая точка. Сегодня у нас в гостях не только биг-бенд под управлением заслуженного работника культуры Валерия Дмитриева из города Заречно, которого мы знаем и любим. Главные гости фестиваля, которых мы ждали с нетерпением, и которые, спасибо им большое, откликнулись сразу, это, конечно же, Сергей Чепенко и его незабываемая группа «Трансатлантик», которые уже полюбили пензяки, потому что в начале года они открывали нашу джазовую страницу, и вот сегодня они закрывают наш джазовый фестиваль. Так что я думаю, «Джаз Май» удался, и сегодня в начале нашего гала-концерта я хотела бы еще раз сказать бесконечную благодарность всем людям и организациям, благодаря которым этот фестиваль состоялся. Конечно же, Министерство культуры и архива Пензенской области и лично Марине Васильевне Бойцовой. Мы благодарим Министерство культуры Российской Федерации в рамках перекрестного года «Россия-Италия» и Польскому культурному центру в Москве. Мы благодарим генерального директора «Планета А» Светлану Колосову, директор «Image Communication» Марину Валевскую. Мы благодарим компанию «Smart», PNG GSM и лично генерального директора Игоря Викторовича Сироткина.
Конечно же, низкий поклон, огромная благодарность рекламному агентству КБР лично, директору Святославу Мурунову и дизайнеру Александру Кашбатову. Компания «Открытый звук» и лично генеральному директору Роману Кашину. Телекомпании «ТВ Экспресс», РЕН-ТВ Пенза, ТВ Центр Пенза, мастерская ТВ, радиостанция «Серебряный дождь» в Пензе, газета «Улица Московская», гостиницу «Для вас». Также сегодня на протяжении всей программы вы увидите на наших видеоэкранах замечательный дневник фестиваля в виде фотографий, которые сделали для нас замечательные фотографы. И я благодарю фотографа студии КБР Михаила Смоленцева, фотографа фотостудии 58 Кирилла Нежданова, фотографа компании «Открытый звук» Ирины Киюковой. Всем огромная благодарность. Ну и, конечно, благодарность вам, уважаемые зрители, что все эти 4 дня вы были с нами. Ну а сейчас, уважаемые друзья, вас приветствует министр культуры и архива Пензенской области Марина Васильевна Бойцова. Добрый вечер, дорогие друзья. Жизнь в Пензе, культурная жизнь в Пензе просто кипит. Не успели открыть один фестиваль. К сожалению, как говорится, ну все хорошее кончается. Вчера открыли еще один фестиваль, уже театральный, а вот сегодня немножко, наверное, грустное событие, потому что, судя из разговоров, из встреч, вот этот фестиваль всем очень и очень понравился. Мы в очередной раз поняли, что в Пензе много людей, которые любят джаз, любят хороший джаз. И готовы приходить на концерты, готовы слушать. И, наверное, замечательная вот эта изюминка. Первый раз, когда мы сделали концерты на открытой площадке и в такую замечательную погоду, много людей, которые даже не собирались прийти на концерт, пришли, проходя мимо, и послушали замечательную музыку. Хорошая идея, она очень правильная. Я уверена, что мы и в дальнейшем будем ее продолжать. А сейчас хотелось бы сказать огромное спасибо всем организаторам этого мероприятия, всем тем гостям, которые к нам приехали. Гости действительно очень значимые. Спасибо им, что они нашли время и приехали сюда к нам в Пензу. И спасибо, конечно, вам всем за то, что вы любите джаз, за то, что вы пришли и слушаете джаз. И церемонии награждения. Мы хотели бы вручить благодарность фестивалю за сотрудничество и активное участие в подготовке и проведении фестиваля директору креативного бюро рекламы Святославу Мурунову. Генеральному директору ТРК «Экспресс» Сергею Васянину. Вам почетная миссия передать. Ну а также директору гостиницы «Для вас» Ирине Масловой. Она присутствует в зале. И генеральному директору Smart Spenge GSM Игорю Сироткину. Обещаем передать. Еще раз всем огромное спасибо. Еще раз с праздником. Ну что ж, дорогие друзья, и открывает первое отделение нашего гала-концерта биг-бенд под управлением заслуженного работника культуры России Валерия Дмитриева. Коллектив, который знают и любят, я приглашаю музыкантов на эту сцену. В 67-м стал этот коллектив лауреатом первое его лауреатство Куйбышевского фестиваля «Весна». В дальнейшем готовил программы на протяжении всех этих десятилетий благодаря энтузиазму
энтузиазму Валерия Дмитриевна, притоком талантливых музыкантов, импровизаторов, самодеятельный коллектив стал профессиональным джазово-биг-бендом и местной достопримечательностью, как единственный оркестр-долгожитель в своем регионе. Валерий Дмитриев, он же преподает дирижирование, инструментовку, руководит студенческим оркестром на эстрадно-джазовом отделении Пензенского музыкального училища. И сегодня этот коллектив готов дарить вам свое творчество. Итак, на сцене биг-бенд под управлением заслуженного работника культуры России Валерия Дмитриева, город Заречный. И первая композиция «Big Swing Face». We'll be right back.
That's a plenty. Thank you.
I'm beginning to see the light. Я начинаю видеть свет. Солистка Светлана Малеева. I never went back at fireflies, but now that your stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe, but now that you've done that lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Baby cannon caught its spark. There's a boil on fire now. I never made love by lens and shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. Светлана Малеева. What a day this has been, what a rain mood I'm in, what is almost like being in love. For the whole human race, what is almost like being in love? There's a music of life seems to be like a bell that is ringing for me. Thank you.
Сэмбоп. Thank you.
Мерси, мерси, мерси. Серенада.
stars are really good. And tonight I'll dream light, certainly dreaming my love. Do you know? And your eyes are like stars brightly beaming. I breathe, it's you. Moonlight serenade. So don't let me wait. In the June night, I stand at your gate, and I sing your song in the moonlight, a love song, my darling. In the June night, I stand at your gate, and I sing you a song in the moonlight, a love song, my darling, moonlight serenade. And tonight I'll dream light, set me dreaming, my love. Do you know? And your eyes are like stars brightly beaming. I bring you and see you. Блюз пастуха. Солистка Екатерина Гаранина. Swinging shepherd blues.
He's singing something really extra special. Oh, did we like to do just for you? And I probably swig and small, I would think it is well, I done. And if you like it, then before we are too more, you want more on one, more on, and all this on to it, to have to be the, it's me. Oh, yeah, now let's go do woo! Take your time. I like the way you're swinging. Da 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 da. Da 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 da. Tweety do tweet up, tweet up, tweet up, baby. Do 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 tweet tweet. Do 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 tweet tweet. Do 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 tweet tweet. Do 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 tweet. Del Gringo. Thank you.
под управлением заслуженного работника культуры Российской Федерации Валерия Дмитриева, город Заречный. Светлана Малеева, Екатерина Гаранина, Биг Бен, город Заречный. На гала-концерте первого международного джазового фестиваля «Джаз Май». Дорогие друзья, закончилось первое отделение нашего гала-концерта.